Много однородных движений, которые выручают по скорости. Взяла жидкость, взяла немного белилиц и много вот этих коричневый, голубой. Избавилась от белого. Сначала просто вот такой темнятины. Потом в эту темнятину вложишь немножко оранжевости, голубоватости, красноватости. Хорошо? Угу. То есть ты сейчас набираешь как бы вот этот темный цвет. У нас есть такой кувшин, который светил. Немножечко обозначим, пока только обозначим кувшинчик. У нас с тобой много красных цветков. Их пятна вот так немножко шпатлевательно накидаешь на холст, там где много красных цветков. Вот так. Шпатлевательно, да? То есть уже не штриховательно. У нас есть желтые цветки. Накидаешь их. Но не самым светлым их цветом, а сначала румяным цветом. Накидаешь. У нас есть белые цветки. Возьмешь белый и тоже накидаешь цветки. Хорошо? Угу. После этого. Это по всем, и сюда, да? Ага. После этого внутри этих пятен ты начнешь разработку на мелочь. Вот они. Начнешь буквально набивать содержание густотой. Угу. Постепенно высветляя там, где требуется высветление. Постепенно высветляя. Хорошо? Какой? Вот. Лежачая в холсту кисть, вот так утыкиваешь. Угу. Сюда тоже цветочки накидаешь. Виноградники пока не трогай, может они не нужны, потому что они там как здрасте. Ну и если захочешь, положим. Хорошо. Я бы их положил бы вот сюда. Знаешь, так бывает иногда, несколько виноградинок. Там сидит, тает в темноте гроздь. А здесь только несколько виноградинок с каким-нибудь хвостиком. Да, я думаю. Уже там они. Угу. Ну так, я бы такой. Ну, нормальненько. Давай, натаптывай. Красиво будет, если у букета появится силуэт не шапкообразный, а с какими-то красивыми дырками, оконцами этими. Эти переместятся. Этот несколько будет посмуглее. Здесь будет мощная темнота. Так. Кистью загонишь вот это содержание. Сейчас ты уже видишь, в какую меру тональную нужно сделать эти оконца. Согласна? Угу. Ну, уже видно, наглядно, да? Что здесь светлее. Здесь может быть даже еще светлее. А край немножко потемнее. Ага. Даже с красненькой. Вот с этим голубым пятном разберешься. И обязательно вот художники очень любят веточки и зонтики на них. Угу. То есть ну, создает воздух, пространство, понимаешь? То есть не без вот этих проявлений.
Обычно, когда неопытный рисует, он налепливает. Он такие оконца игнорирует или боится, или еще чего-то. А мы должны их показывать. У нас есть зелень, которая окружает букет. Немножечко покажем ее. Такая коричневая, да? С голубым. Так, голубой вот там внизу. Это большой листик, да? Да. С зеленым. Ну, бирюзовый в данном случае можно взять. Сюда тоже с листьями придешь. Листья, ты видишь, хорошенечко оформляет ситуацию всю. Тоже конфигурацию. И, не да, абы что, да? Вот следок какой хороший получился. Ага. Даже вот его. Угу. Так. Ты сделала от края до края однородно. Теперь сделать. Перетереть на неоднородно. И здесь этот полукруг тоже не выгоден. Ты согласна? Да, конечно. Небольшой вот, ну, тут вроде он более вытянутый, у нас широкий получается. Нормально? Сделай его уже. Да нет, он... Ну так ты же спросила меня, ну... Нет, это же дело вкуса. Да, вот тут вот, можно и так писать. Итак, затирательно наберешь сюда, затираю так, наберешь сюда светик. И обязательно вот эти вот пространства укажешь. Хорошо? Угу. Вот эти два пространствика. Угу. Сюда можешь мастихинчиком нагнать рефлекс от цветков на теневую часть. Это как раз вот взяли, да? Ага. С разбелом? Оно у тебя вот с разбелом. Вот, я взял первую попавшуюся красноту. Вот. И здесь тоже листики и мглистая темнота. Просто мгла темного. Немного листьев можно запустить и вот в это пространство. Ну, какую-то форму им придать. Хорошо? Давай. Смотри, равномерно забомбило всю. Вот откуда это берется? Не знаю. Смотри, есть шар букета. И это тоже часть букета и часть шара. Обычно, когда художники пишут букет, они стараются нарочито показать идею шара букета. А ты идею укладки по формату, как бы по плоскости, по площадке холста. Вот, имею в виду, что ню-ню-ню такое. И уж тем более нехорошо наполнять углы содержания. Туда тоже, сюда. Это ню-ню-ню. Легкий намек на среду обитания, да? Можно дать вот. Да, ну, голубизна обычно дает эффект воздуха, поэтому вот туда подсунула. До свидания.
Смотри, у этих цветков есть теневые проявления и световые. Смотри, что появилось. Объем, да? Объем, да. И свет. Ну, я хоть правильно маски-то делаю, да? Так пока не очень. Ничего. Есть бликующие проявления. Правда? И ребром, и плоско. Ага. Когда как? Объем? Да. У многих из них есть теневые проявления. Желательно их показывать. Хорошо? То есть вот, допустим, вот у тебя однородная каша. А вот каша, но неоднородная. Правда? Тонально разные они, да? И здесь он даже особо и не показывает структурку. Почти ее там и не видно. Правда? То есть он прям не расчерчивает все на своем пути. Тоже это имею в виду. Строилось. Ты понимаешь? Вот молодец. Ой, спасибо. Немножко вот эти вот настроения создать. И здесь тоже. Ну вот я просто не понимаю. Ну вот то, что видишь. Просто иногда нужно срисовать просто то, что видишь. Понятен он или непонятен. Если он там ничем не плох, то просто срисовать его. А если не видишь? Ну что-то ты там видишь все-таки. Направление полосочек-то ты видишь. Так. Стюйтенье такое ровное. Оно же с закруглением. Ты когда правая рука не знает, что делать. Поэтому что-то получилось. По закруглению. Да. Угу. Смотри. Высветлено. Еще более высветлено. И бликующие. Пятно. Еще немножко досветлишь. Здесь немножко дотемнишь. Под этим предметом натемнишь.
коричневый, это синий? Или как? Ну, грязью коричневатый. Ну, грязь это в живописи, это не является обзывакой. Оно не обзывательное слово. Художники даже, шуточка у них есть, что типа, чем больше грязи, тем больше связи. Подразумевая связь с гармонизированностью в цвете. За грязь? Говорящую грязь? Да. Угу. Какой-нибудь эпитет обязательно. Так. Сейчас возьмем какую-нибудь другую. А, да. Подпустишь, да? Особенно светло будет в этой части, вот в этой. Потом на нее подкинешь этих. Если успеем, то сделаем. Че, о чем? Можем себе позволить стакан сока. Кстати, я заметила, там фужер оказывается не горит. Интересно. А, да. Тоже, если хочешь, потом успеем подсунем. Поняла, да? Высветлить. Что касается периферии, не надо ее ничем снабжать. Пусть она будет никакущая. Смотри, никакущая. То же самое. Но здесь подрезано светом, поскольку здесь еще много нарисованного. Мутнее чуть-чуть. Так. Ну и вот эти вот ножички им чуть-чуть все-таки накозябать. Ну, что-нибудь. Что-нибудь. Так, хорошо. Вот здесь еще вот что-то вот опять вот, да? Сложилось. Ну, оно и не смотрится дурно, никак. Не сложилось, но и не смотрится. Не катушка? Ага. Не какость. Не какость. Тоже вариант. Ну да. Вот какие много света. Приятно. Да? Вот там красота, вот синий пейзаж, тихий, спокойный. Очень красивый, да, такой? Отсюда вместе будешь. Ну, конечно, все-таки здесь праздник цвета. Вот, можно немножечко, там этого почти нет, но немножечко можно намеки на... Да? На зелень подсунуть. А вот, у меня эта зелень, здесь немножко играет, вот это вот уже все взяла. А вот почему здесь не проблеска этого цвета, только красный цвет? Где? Ну вот это. Потому что здесь как бы нет отражения. Потому что пол в этой картине, он красен, да, и он просто своей активностью красного забил полностью. Какой телефон? Нет, телефон, в смысле, я запишу вам. Да. Не. Смотри, тающий характер. А я мастихиной пыталась. А я ж тебе кисть предложил для этого. А я поставила кистью.
Ну, не смазывается, Так. Что касается виноградинок. Это у нас смысл будет? Да. И зеленоватенькая. Спасибо, Зарасим. Ага. Такие бусины, да? Одни зеленые фоны, а искренне на другом каком-то. Смотрим. А он на свет попал. И сразу такой. Это мне нравится. Здорово. И плечочки, да? Сейчас. Сначала немножко светик. Такого же вот этого как бы цвета. Немножко светик.